Всем привет, канал Лев Лайф. Мы копаем картошку, которую садили. Тоже есть видео, кстати, переходите на канал, смотрите влоги. Вон уже сколько выкопали. Ну, немного, только начали, правда. Вот такая картошка у нас. Вот. Смотрите, какая музыка, надеюсь, не пройдет по авторским правам, там играет на колонке. Вот такая вот картошечка у нас. Копаем ее, сейчас покажу, кто копает. Я таскаю ведра и подкапываю. Такая картошка. Как в ВДВ есть такое. Кто если не я? Видишь, какой он радостный? Что с огорода убегает. Вот я для тех, кто не знает, что картошка, показываю. Вот это картошка. Она растет в земле. Ее берут и копают, а потом едят. Все, я все рассказал. Угу. Что, крупная картошка? Ну, сегодня хорошая картошка. Сегодня удачно, не знаю, как завтра будет, но сегодня удачно. Картошку не так любим есть, а не так копать, как ее любим есть. Поэтому любим, когда она такая хорошенькая, беленькая, с маслицем. С капусточкой, с огуречками, с помидорками. И у меня слюни текут. Очень сильно с грибочками. О. Мне, кстати, нельзя картошку есть. Почему? Калорий много, да, очень. Так что ты с картошкой дефицит порезал. Калорий, конечно, если придерживаешься. В картошке очень много калорий. Но. Одну картошину съел, и все, больше нельзя есть. Да, больше ничего нельзя есть. Со свежей зеленью еще, ладно, подойдет, а так очень это, очень калорийная картошечка. Угу. Особенно люблю белую картошечку, белая, белая. Сильно, вот она, ага, сильно белая, хорошая картошечка. У нее это, она такая рассыпчатая, рассыпчатая, сваришь ее, и она прямо белая. Сама с маслицем, вот это с каким-нибудь, со сливочным вот можно. Забракованная. А что, она сломалась? Можно с растительным, с разным маслом. Очень вкусно. Вкусно очень. Сколько уже грядков? Три только? Три. А тут? Вон черные коты бегают. Носятся вообще там коты. Орут вообще как. Ага. Они дерутся, наверное, за нас нючку. Наверное. Так, вон уже ведра полные, надо нести. А то сейчас все ведра заполнятся и все, копать нечего будет. То, что нечего, некуда. Нам на двоих хватает ведро картошки, вот мне лично, ведро картошки на 2 месяца. А на год я беру где-то, ну, 5 ведер картошки. 5-6. Максимум. Да? Здрасте. Грязная? Нихао. Грязная? Нихао. Нормально. Нихао. Она говорит, грязная, не грязная картошка. А нет, ну я же с ней здоровый. It's wonderful when you smile, yeah. I think I'm lost in your eyes, yeah. Our love is strong, more than a mystery. The flame still burns, that's a mystery. Cause I feel sad when you are far, when you are not here. It's wonderful.
Our love is strong, more than a mystery. The flame still burns, that's a mystery. It's wonderful when you smile, yeah. I think I'm Много картошки вылазит. Вообще тьма, вот здесь особенно. Ну. Почему там как-то не так? А там ее и мало. Здесь. Это называется, Денис, что? Это называется ППП. Планово-производственные потери. Но мы их поднимаем же. Они должны быть 3% от всего за включено. Планово-производственные потери. Все, всю картошку выкопали, спахали еще мотоблоком, вытащили часть картошки, которую не выкопали. И вот так вот у нас получилось. Покажу сейчас, сколько картошки. Вот столько у нас ботвы с картошки вышло. Вот, все уже собираются вон. Вот столько картошки получилось. А вот сколько.